Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня на обзоре спринговый пистолет G21 от фирмы Galaxy. Поставляется в картонной упаковке. Вот такого цвета нету на нем. Есть инструкция, как зарядить пистолет, произвести выстрел. Предостережение, чтобы не стрелять в животных и людей. И комплектация. В комплекте идет небольшой набор шариков и сам пистолет. Пистолет выполнен из сплава цинк-алюминиевого и пластика. Пластиковые здесь накладки на рукоятку. Вот. И спусковой крючок. Остальные части выполнены из сплава. Предохранитель, курок, затворная задержка неподвижные. Подвижный только затвор для взвода пистолета. Пистолет спринговый, поэтому после каждого выстрела необходимо взводить затвор. Затвор вот открывает внутреннюю камеру подачи шарика. Очень интересно сделано. Копия. Это является копией оригинального Вальтера P-38, который был разработан в 1938 году. Поэтому и название Вальтер P-38. Магазин извлекается нажатием вот данной кнопочки. Такая пятка. Магазин выполнен также из сплава. Пятка у него пластиковая. И вот эта подача шарика тоже пластиковая. Сам магазин из сплава. Достаточно увесистый. Магазин вмещает в себя 13 шариков 6-миллиметровых. В оригинальном Вальтере P-38 было всего 8 патронов калибра 9x19 парабеллум. Вот такая вот интересная игрушка. Давайте посмотрим, сколько данная игрушка весит. А данная игрушка у нас весит 580 грамм. 580 грамм по размерам. Длина пистолета у нас 21 сантиметр и высота 13 сантиметров. Да. Также выпускается данная модель в серебристом цвете. Вот очень интересная такая расцветка, черная рукоятка и серебристый корпус. Очень хорошо сделана копия, нет люфтов, ничего не тарахтит. О, вы слышите. Такая модель Galaxy G21 спринговый пистолет, копия Вальтер P38. Всем спасибо за внимание. Смотрите следующие обзоры. Всем пока!